Эта сумка память о Славке Шевленкове. Вот. Кто помнит нашего общего товарища с 5-го микрорайона. Он мне ее подарил, не помню уже в каком году, в 90-м, 91-м. Как подарил? Не подарил, а дал мне ее и сказал, вот тебе сумка, езжай, короче, на дачу, собирай мак. Вот. Ну, в общем, с тех пор так эта сумка у меня и осталась. Сегодня я про нее вспомнил, вот, и решил в память о нем сделать это, эту публикацию. Скажу, что мак тоже не собираю. Вот. Мак, конечно, я уже больше не собираю, с 93-го года. Славки, к сожалению, с нами тоже давно уже нет. А вот сумка... Всех пережила. Всех пережила. Вот. И она переходит сейчас по наследству моей дочке, Анечке, которая снимает это видео.